Это в КТО. Ёбаный, блядь, шмот с кары уебищный. Валера, блядь, не пошел, это там выпал. Он нужен, по факту. Но он не хуёвый нахила. Он типа, блядь, не апнутый, что ли, или чё? В смысле, он заебатый, он до 6 раз суммируется. 6 на 4, 240. То есть у тебя всегда будет 240 СПД. Это как мой идол, если я по КД буду кидать... Это как мой идол, если я по КД буду кидать буйный рост. А он цепнуху постоянно кастует. Ну вот. Ему 246, а мне 247. А чё стоим? Ну, Коба, чё ты стоишь? Ты же любишь танковать. Ебать, легко нахуй. Даже я могу. Чё, мы там 2-3 не зацепим, по одной, да, будем бить? 2-3? Ну, с ней иду 2-3 моба, чтоб не взять побыстрее, не? Или чё, больно будет? Да, пошли, пошли. Да, зацепим, зацепим. А он снизу сейчас бежит, ещё смотри. Ну вот, три. Войт, блядь, что ты делаешь, объясни. Они не на меня побежали. Они на тебя побежали. А они вон куда-то побежали. Это они сейчас переагрились просто потому, что кто-то стоит и хилит. А ты подошел их и заиграл. Так меня-то никто не хилил. Они дверь сразу побежали. Я подава нахилила. Ой, к нам кто-то бежит. Ой! Ну, заливаем, чё. Два моба, ничего страшного. Сагрите их танки, ага. Танк один же, блядь. Я думаю, потом поставлю на другой день, не пойдем гнева бить, а пойдем что-нибудь посложнее по трае. Гнева всегда сложнее. Копыта будем траить. Там кто-то долго-долго хочет. Не, я... Плащ на танка. Считаю, просто, что из оставшихся копыта самая слабая. А кто знает таймер, через сколько она перекидывается, метка демона? Так там уже ДБМ показывает. Не, она распространяется, если ты не видишь. 10 секунд там же написано. Не, это наебалово, там меньше. Ну, в любом случае, человек должен максимально быстро выбежать. Какая разница, какой таймер? Ну, говорят, на X2 было секунда или две, а здесь, говорят, 5 или 6. Ну, не может быть секунда или две. Ты прикинь, ну, ты кинулась, ты физически не успеваешь выбежать. Ну, так там и не успеваешь. Сейчас там, блядь, рассказывать будут тебе с X2 такие истории, блядь. Так я сам там был, понимаешь? Да не было там секунд или две, мы всегда спокойно. Там, а что, не в курсе, на X2 же единороги были? Нет, просто это слишком. Это слишком мало. Не, там реально было. А как ты защитишься от нее тогда, если секунд? Ее понерфили уже в 20-м или в 21-м году только. Никак не защитишься, ее выносили. А как тогда убивали? Дай фридом, пожалуйста, Коба. Ну, типа, если за секунду, за две не успел вынести, а, она не работает. За понял. Секунду ты физически не успеваешь. Там успевали, все. Тут, знаешь, вот эти вот с X2, я лично ходил на X1, там такой же, как на X2 было, и ничего, все ок там было, что-то секунд 5 было или 7, что-то такое. Ну, вот я и говорю. А тут сейчас... Люди, которые пришли с X2, они такие, блядь, ну не может здесь все так быть заебато. Надо сказать, что на X2 было хардкорней, блядь. Придумывают историю. Да не, я сам и был там... леди, я помню же, что выносили за секунду. Да это было 500 лет назад, блядь. Люди, которые убивали, сами не помнят, что там было. Да по-любому, блядь, Колчан историю рассказывает на сурвиар, по-моему. Просто я такого не помню. Это тоже на нем был. Ну, 19-й год. Ну, я играю с 17-го. На X2, что ли? Вы не знали, но на X2 X2 рейтинг. Вот что. В 17 году, даже, по-моему, в 16 X1 открылся. Вот я на него сразу прошел. А там все то же самое, что на X2 было. Я вообще не знал, что есть другие сервера Сирусы, кроме X2. Вот самый... Сначала был вообще X10 только. Потом X2 открылся.
потом X1. Так X1 X3. В каком году открылся? Ну вот в 16-м, по-моему. Может, X2 в 16-м? Ну, X2, он там вообще ебать, с года 14-го, что ли. Ну, уже лет пиздец там X2. Может быть, вы уже убьете их, бля? Нет. На X2 вообще с этим всем было по-другому. Там просто только донатера убивали, на ФК делали. Как бы ты не играл, ты ФК не сделаешь. Да и пока не понерфят, убивали только донатера. Физически больше никто больше не мог. Так и на каком метро вы бегаете? Почему? Здесь и без донатера. Здесь шмотки не продаются. На ком? На Бразе, что ли? Ага, все, вижу. Тут ты шмотки-то не полутаешь, которые с этого рейда падают, когда он только открылся. Почему? То есть ты не можешь продать. 60. Их потому что продают только когда ФК сделано. Ну вот. И то там не сразу, через неделю, а через несколько дней там через ФК неделю. Сделали донатеры, но нерфа еще не было, а шмотки покупают люди. Да они не могут задонатить те шмотки, на которые они ФК делают, понимаешь? Не, я про печеньки. Печеньки же с этого рейда. Нет, смотри, вообще ничего скара не продавалось, пока не ФК не сделал. Не, ну сейчас-то продается. Ну потому что уже сколько, 2 недели прошло. Уже ни одной нельзя ФК сделать. Типа, что покупают только для того, чтобы ФК сделать, что ли? Не-не-не, нет. Они ничего не могут купить до того, как ФК. То есть, по сути, Гомель, убив Ночнара, открыл другим донат. Это понятно, что он открыл. Ну то есть все в одинаковых условиях, нету такого, что ты задонатил и убил босса. Ты можешь и не донатером одеться, до этого контента он выходит, и ты его убиваешь. Понерфят еще, и тогда убьем. Ну, здесь можно и не понерфенных убивать, если как бы шарить ТП. А вот на X1, X2, там только донатеры убивают до нерфов. Ну, я не шарю, мне пофиг. Бля, что-то сверкает, сука. 226-й пояс бисов. Не, нету нихуя. Есть там пояс бисов. Эти косты, пожалуйста. Хотя тут, блядь, они нихуя не наносят. Они наносят очень доталово. Нет, автоатака ебашит, а вот этим плевком, если не сбили, вообще нихуя не сносит. Он меня сейчас сожрет, к хренам. Да, не могу пояс натыкать, сука. Вот, я натыкал. Да, блядь, я ж не ты, иди дамаж, сука. Ну чё, дико, зачем дамаж, если тут бисовый пояс 226? Нет, там никаких поясов. Это давай ему просто распределение. Да. Я тебе не доверяю. Ты все равно не натыкаешь. Да сука! Смотри, а то пропадёшь. Тыкай. А что ты там тыкаешь? Ой, типа, он думает, что так порно-картинка быстрее откроется. Лут открываешь, типа? Да. Да. Он во флеш-игры играет. Дай ответственно, что ты стоишь, тыкаешь. Ну, хочет забрать у тебя БЕшку, да? Да бля, забирай, ну прощаришь. Я так поешь хотел. Всем. Все, спасибо. Давай, разраливай! Че тебе разралить, ничего не упало. А, да. Дай сюда. Че тебе дать? Нету ничего. Все равно что-то там не протыкали. Она похуй. Лол, блядь. Это у вас мем какой-то? В смысле мем? Это моя жизнь, блядь. Это его еврейская душа. Нет, я хохол. У кого тут еврейская душа? У него рейды без анролов. Хохол и еврей, какая хуй разница? Согласен.
Слава Украине, ебать. Первое. О, заебись. Первое, это молния. Электрически. Ебать. Ну, хорошо. Самый лучший вариант, когда органический первый. Да, второй. Да. Второй это самый молния, а третий уже поизон. Это вообще самое великолепное. Да, чтобы выходите, милики выходите, уже отдыхали, выходите, как и наконец. Выходите, выходите. Сейчас сагра, чтобы вас не убило. А, я спекаюсь пока в хила. Давай, я в кота. Все вышли? Все. У меня теперь сейчас будет бой. Вот смотри, он, блядь, специально там стоит. У меня сейчас будет бой со смотрителем. У меня шмот не меняется на хиле, мне похуй. Я сейчас 4-4 оставлю, буду ШВД кидать в хиле, нахуй. А что, нормально? И ДПС, и хил. А я не успела сменить на кота. Не, я анролы не люблю, пизда. Вон Валеру-то одеваем, анролы ставим, меня аж корёжит. Чё я, блядь, не поменял? Ты боже давно ДЦ себе собрал. Да? Давай я тебя повожу в рейд. Буду анролить. Не, спасибо. Дело не в том, кто ведет, дело в том, что есть анролы. Дело в том, что безумно можно быть первым. Ауф? Че мы, какую пьем, сапрот или СПД? Сапроты, конечно, тут ебашит вообще больно. Урон не так важен. Сапроты дешевые, не жалуйтесь, ебать. Кто умирал? СС, Катя давай, конечно. Мяу! А зачем Катя? Из ДПСа? Ну, Катя БР, потому что. А чё, кстати, ну, потому что Катя сапроты будет опять ловить эти. Тут сапроты чи шо? Да, сапроты перепиваем. Ты, а не брать, сука, я чё не взял? У меня 18 есть минут, мне хватит? Есть у кого-то, да, здесь у кого-то банк. Ставь. Ну, давай да трейд. У меня, ебать, 200 сапротов в банке, нахуй мне твой трейд. Сука, банк мне стоит. Чё вы до меня доебались? Бабки давай. Нет. А шо, грудак перемазать надо, да? Да, грудак перемазать. Все четко, 32 минуты. Так, метки ставлю. Так, что, на арканическом я также буду ловить руну, да, одну? Как и в тот раз. Да. Это для аркана я поставил метку. Давай. Ну вот, в трусах держи электрического, чтобы он в центре был. Ну, заливаем, как обычно. И метки поставлю для аркана еще. На аркане, давайте так. У нас в районе Луны стоят. Давай так же, как мы видели. Я с Монки на ромбе. Да, а, да, хожу, да. Я и хожу. А, да, хожу. На суббот есть. Войд и хожу. Вы стоите на Луне и закрываете здесь две метки. Я и... Раз стоим по центру, ну, то есть вот здесь сзади этого, сзади трусов. Если что, двинемся куда-нибудь. Я сошел в трусы, ой, эти, в луну двигаюсь, ты в ромб. Вот. Получается, вот 6 человек уже. И Катя, если что, нажимает спринт, бежит на сторону, где много сфер будет. Ну, милики, вы сами закрываете свои, к вам никто не прибежит. То есть Кона и Коба, вы должны обязательно закрывать свои. Там сами разбираетесь уже. Сколько там банки стоят за проду? Это 70 голды, что ли? 148, нихуя себе подорожали, блядь. Есть две штуки. Да? Конечно. Ну давай трейд. Ты когда голду хочешь? А что получается? 300 голды, нахуй. Бать. Тут, блядь, даже больше дал, чем надо. За доставку. И на кислотном, на поизоне, встаем все в трусы и дамажим просто РДДшника. Милики, не надо там, накидайте на нас еще в пизды. Милики-то все знают. Да, сейчас выйдет электрически, напоминаю, что не помнят, заливать нужно сферы. Если вы добили сферу, вам дается баф с молотом, им сбивается аннигиляция. Вы бьете босса, у кого есть, ну, этот баф. Остальные все
Поставь метку, есть. Куда отбегать, там же молния дается. Мы все держимся в ранже, ранж 10 пропишите, чтобы если было... Ну да, напишите ранж 12. Чтобы рядом с вами никого не было. Милики, вам нужно очень быстро реагировать и выбегать в крест, если на вас кинется. Рядом с крестом РДД никто не стоит. Все, давайте пробовать. Сейвы под руны? Да, конечно. У нас на первую тогда давай сдаст подаван. Потом на вторую сдавай ты стяжку. На третью подаван должно откатиться. И потом, ну, сами уже... Нет, не откатится. Две минуты очень много, на самом деле. Ну, тогда свои пражинки третий раз нажмем, а четвертый раз ты нажмешь, должен успеть. Можно меня и Войда в разные группы, чтобы мы спокойствие прожали. Меня к миликам, и все. Ну, это как предложение. Да, там дело не в хиле, дело в том, что шотит. Ну, тоже верно. Давай сейчас поставлю. Меня к меликам, так как я в милизоне. А селедку? Селедку. Селедку. Вот так. Как баф называется, который нестабильный метод или как? Не помню. Да ты все равно рейнджевик. Ты будешь стоять в жопе и никого не задевать. А главное, рейндж даже. То есть, если он тебя дебаф, то ты никуда не бегаешь, стоишь, ждешь, что ты раньше не решишь. Кулак обнови. Так, ну все, все готово. Дай мне, дай кулачок, пожалуйста. У меня крест кончается, кстати. Тоже крест кончается. Оба, ты что не поел, ебать, рыба стояла. Ладно, не стояла, она ебала. Рыб тебя не буду ставить, я охуевший. Ставь рыбу. Даю счет, поехали. Только не забудьте, что БЛ на органического дается, не на это. Да, да, я скажу. Сразу рейндж набирайте. Там, если что, по сферам народ локал агитирует, что я подносили месяц. Ну, мы же вроде по кругу ходили, не? Нет. Это не поизон, это электрический. Сфера. Сфера. У Кобы. Ага. Коба собьет. Ангеляция. Убивай, Коба. Да, вижу, я все вижу. Сфера. Быстрее в сферу играем. Воет у тебя. Сбиваешь аннигиляцию следующую. Сиди на боссе. Сбивай аннигиляцию. Воет, сбей. Воет. Ага. Че так медленно сферу бьем? Сферу больше давайте. У меня. Я собью следующую. Хожу ты после меня, сейчас я буду. На мне? Не, все, по дебаф. Бил. Зачем ты сбил, если я писал после меня? Хиль лока, если что. Потому что я до нее не достаю. Ладно, я собью. Монки, я собью сначала. Хорошо. Сейчас я сбиваю. Сбил. Я следующий собью. Следующий. Войт, ты под лимонки, сейчас не сбивай. Кого есть там это нестабильная энергия, короче, это. Бейте босса только. Я собью. Монки, сбивай. Хожу, ты свою держишь пока. Войт, ты следующий сбиваешь. Семьдесят процентов у босса. 4% осталось до перефаза. Где я следующий, да, сбиваю? Войт сбивает. Войт, ты сбивал? Нет, еще. В босса играйте все, в босса играйте. Аннигиляция, Войт. Войт, сбивай. Все, просто в босса сейчас перефаз. Поизон. В трусы. Танк водит. Все в трусах. Мне это хуйня осталось, что с ней делать? Блять. Все нормально. Ну, хуево. Разлили. Убери тотемы на всякий случай, хуй знает. Очищение тотем. Очищение тотем. Да, да. Сейчас я на яд буду помогать вам. А что с этой хуйней делать? Она пригодится, нет? Нет, так, забудь всё, нахуй. Пусть она висит и висит, она тебе не мешает. Ну, нельзя ничего швырнуть. Нет.
Точно. А упробовали? У кого? Да. А, ладно, забейте. А 33 или 34%? 33. Да, это не так важно, я думаю. Нет, что-то я меня сейчас перемкнул, я думал 36. Вот, да, он уже подразваливается потихо. Стараюсь его на фулах раздержать. У меня зубы еще долго, когда. Он скинул стати себе. Да, красава. Пять процентов. Два круж. Готовимся. Разбегаться с этой стороны. Не забудь потом под аван нажимать. Да, да, да. 2%. Готовимся, готовимся. 1%. Иди сюда, уебок. Все. Бежали на свои места. Перефаза. Бел, нет? Нет, еще сейчас останутся. Давай, давай, давай. Руны 8 секунд. Руны полетели. У нас на рамбе много, еще одна быстро. Закрой, быстро, закрой, беги, беги, слин туда. Блять. Все, Катя успела. Мне же сказали, я и пошла. Все, ок. Ебать, я на таких крополях выжил. Я дал мне зипку. Хорошо, в следующий раз нажмешь, да? Руны пошли. Брас, не забудь, я стою на руне всего. Еще здесь одна, пал, 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 быстрее, быстрее, быстрее. Подымай, подымай, я щиты раскидываю. В следующий раз свои прожимочки скидываем, все что есть. Руны через секунду. Руны. Стали, я стою монки на руне. Дальнюю, монки дальнюю, дальнюю быстрее закрой. Ебать. Подаван, не зыбка есть? На следующий раз минута. Нажмете, нажмете друиды в свое спокойствие. Угу. Руны через 2 секунды. Успеем, нет? Убивай. Быстрее, в боссов, да, боссов, 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 просто. А, ну все, ебать. С первого трава. Что, боссов? Ролить будете? Буду, буду. Ну, роль, ну да, посох-то мне нужен. Давай. Ну тут еще сова есть. Локал! Ну посох так-то мне нужен. Блять, ну и Войд же сролил. Тут я бы, конечно, тебе отдал, с Войда не было. Сори, блять. Братан. Пиздец, чё? Да ладно, выбьем еще чё. Уже не так сложно. Там крита 140 просто, представь. Ну вот именно поэтому он и бисовый мне. А кому нужны эти плечи? Никому? Катя, тебе не нужны? Какие? Вот эти. Не-не-не. Мне пароль тебе, может, кому-то нужны? Ну ты, блядь, другую, может, Т4 или что? А, у тебя улучшенная. Пароль тебе на успехи там. Хуй знает куда. Никому не надо. Надис на трансмог пароль. На что это, на AirDrew? Ну давай. Да. Спасибо.
О, плечо! А, вот тебе надо на эрдру? Ну да, на нет! А, это плечики, да? Ну чё, будем? Ну пойдёмте гнева ёбнем, хуй с ним. На трансмог классно. Гнева успеваем, ебать. Не, а, да, я его это, лучше носовую добисываю. Гнев? Катя, ты спекнулась? Да. Нет, ещё, сейчас буду спекнуться. Давай после этого много спекнешься. Угу. Ну вот, выбьем ещё. Ой, блядь, локал выбьем. Да, и мне надо. Меня сейчас будет совесть всю жизнь мучить, блядь, за то, что я первый посол забрал. Да ладно, мы тебе его сами уступили. Я тоже, кстати, так. Я тебе его отдал, чтобы у тебя... Так я говорю, меня-то совесть будет мучить, ебать. Меня совесть год мучила, когда я у челика в чешку с обычки забрал. Я полгода просто ходил фуриком с шемом и без чешки, и без воли, блядь. Ну, притом давал ДПС первый, второй, блядь, там. Ну, под потери мы, конечно, хилит, но нормально с палом хилится. Ну, тут так шаманы попозже. Так, были с... А, ну вот. Ну, там понятно, потому что у тебя, как бы, одна хилка. У нас хилок, потому что больше. А мы, как бы, точечные два хила. Ну да, я об этом. Там у руля просто крутой паладин, вот этот вот. Вот, вот. Да? Там один раз, когда мы вместе встали на одну сферку, у меня, не знаю, там 1 или 10 хп осталось. Ебать, хп было. Я уже даже себя не хилил, потому что моих хп видно не было. Я думал, я умер, блядь. Скра. На глазы, блядь, пират там сидит, ну. Дайте мы спекнемся сразу, не залетайте новых модов. Не-не-не. Ты, блядь, мумия. Ой, блядь. Нихуя себе, мы за один день закрываем уже столько боссов, типа, это сильно. Ну, конечно, когда все знают, то не надо рассказывать. Когда задонили нахуй, блядь, и разъебывали. Поехали, я готов. Ну, подаван нам купил гнева, по сути. Чё? А, ну да. Ну, без, тут... без этого шмота его убило бы нахуй там. Ну там тогда просто чарки все делаются на сопротивной магии. Даже с более плохим шмотом вытанковывается. А тут он может чарки эти не делать и танчить. Вот это вот его помогает. Ну там по сути из чарок-то что только, блядь, башка и... Наручи и все. Ну у нас, наверное, такого нет, я хуй знаю. Да и там такой маленький, как бы, 30 это хуйня. Но когда у тебя уже много, оно же по уменьшающей полезности дает. Когда у тебя там очень много сопрота, эти 30 дадут там 0.5%. Искру залейте. Она дамажит вообще? Ну, что-то дамажит. Здесь вообще ничего не дамажит. Блин. Только босса. Это самолет или чарец? Сейчас добьем. С таким ДПСом, я думаю, копытом разъебем тоже. Искра. Да я, знаешь, блядь, по всем системам играл, и по роллу, и по луту, и по консулу, по всей этой хуйне. Просто как-то, не знаю, у меня как-то, если типа захотелось в рейд, типа для чего мы играем, просто прийти там, отыграть. И пофиг уже какая там система, какой РЛ, уже столько перевидели этих РЛов и систем. Ну, шмотки-то хочется лутать. Ну да, оно, понимаешь... В любой системе я сталкивался с тем, что люди ноют там, ну, кто не сролил там, почему он забрал, он хуёвый ДПС дает, если по ИП, а почему мне ГП там, ну, и в каждой системе есть когда, ну, люди ноют. Ну, по крайней мере, здесь ты с ГП нет такой проблемы, что своим, да, друзьям прощается, а тут нет. А ты имеешь в виду, в ГП что прощается? Ну, тебе ГП дают за слаки. Кому-то РЛ посчитает, что нужно дать ГП 50, кому-то он скажет сотка. Сегодня будет там, блядь, одному сотка, другому на том же слаке 150. А, ну да. Своему другу он вообще нихуя не даст.
Потому что, блядь, больше не ошибайся, ну-ну-ну, но КП я тебе не дам. Есть такой человеческий фактор. И такого тоже много видели, что кто-то там кому-то дает, а кто-то нет. А видели... Здесь таких... заебись. Вот смотрите, вот, блядь, здесь мобы стоят нахуй, а в обычке они, сука, хуй. А бывает, знаешь, еще как, когда просто все обхуярят. Типа, тут можно мимо пройти, все внимание, идите за этим запалом. Да с левой стороны просто идите по стене и все. Да, прям в упор. Сагрить его? Чем на гневе с сапротами тогда остаемся? Да, нахуй. Мост такой, нахуй что-то перепивать, пизда. Там, в принципе, что, бразу щит нужен из такого полезного, остальное все хуйня. Ну там не только бразу щит нужен. А, ну да, я тебя тоже точно вспомнил. А щит с этого рассматривали? Как его? А, с, блядь, хуни. Как ой, шея ну, такая красивая. Это для волков. Хотел сказать для собак, но для волков. Но то, блядь, у нас Коба дашь первый в череп стан. Катюха пусть в крест даст. Да. Катя, ты в мишку прыгнешь, дашь в крест. Угу. Ну или Браз даст просто стан, да и все. Не прыгай, Браз даст в крест. Все, Браз в крест дашь. Браз даст, окей. Да, да, проще. Бля, надо было не давать, сами проверить, сколько дамаги было бы. Коба пал, кажется, немного трезвеет. О, а помните, что, типа, панды больше не бьют, да, никогда в жизни? Ну, вроде как убрали. Какое помните, боя? Мы вспоминали Шепарда? И чё? Ну, и чё? Он поздоровался? Ты его позвать хочешь? Нет. А чё это так? Это который рога такой горовливый, да? Постоянно. Да. Что там он очень странно пытается во время пула и боя объяснить ошибку. Это у многих проблема. Особенно у тебя. В смысле? Во время пула вообще не объяснить. Рана на самом деле тоже тени рана несложные, если зима не будет прокать. Но даже одну зиму мы переживем. Тени рана, там столько ДПСа надо, чтобы этих элементалей сливать. Они также хорошие, кстати. Да. Там элементали это самая жесть, типа они же настакивают дебаф свой. Да, да, да. Но я говорю, что урона у нас очень много, но для нас только зима опасна. Но у нас ордру есть с другой стороны. Да, ордру. Главное, что ордру не съела. Они съели. Там не ест. Тебе боб дают, по тебе половина урона примерно вылетает, а ты в это время хилишь, бегаешь. У нас, знаете, что самое главное есть для арана? У нас 4-4 танк есть. Это ну да, плохо. Но тут в идеале вара бы, потому что у него больше процентов. Да, у вара больше, вар вообще бисовый в этом плане. Блять, ну, может две подряд зимы прокнуть просто и все, и там похуй кто. Ну да. Бля, заебался трэш танчить. Ну у нас классы, смотри, вот друиды хотать могут, прист может хотать. Там выжить вообще изи. Холи прист там вообще самый заебатый, потому что да. У него моментала ебанись. Холи прист, да. Пандарены, говорит, не воруют нахуй. Ну я пробовал в холи присте вот на том КД. Мана там улетает, конечно. Мана, нахуй. Просто пол маны за зиму нету, нахуй. Ну, грубо говоря, это вообще пиздец. Если в рейде три друида, нахуй, ретрик. Допустим, эрдру, сова, кот, ретрик. Тогда хапресту еще как-то можно жить по мане. Ну да, конечно, там мало что вообще на изи, сколько он? 15 минут? Бойся, нормально.
Мы сейчас гнева убиваем и все на сегодня. И так уже перевыполнили план. Ну, если успеем за 5 минут убить, то почему бы не пойти и не выбить мне долго лона? Копыта, да? Я уже устал просто. Я думаю, сейчас на нового босса идти, это долго объяснять новую тактику, долго люди будут привыкать, и тут уже хопа, и спать пора. Там надо на свежую голову идти, объяснять, что-то делать. Да, ты только что ответственного специально поставил? Ну, если только что. Я уже давно пижу себе в сумку шмотки на ворды. Я, блядь, смотрю, что-то не могу полутать. Ну да, фактор, что тактики практически не надо объяснять. Тоже очень уменьшает время проноса. А на копыте надо клевать? Да, там ебать сколько надо. Там мобы появляются, их обязательно надо убивать. Это ко мне, блядь. Ну там ты так, как на обычной каре, ты там не наклеваешь столько. Слушай, Жень, я это сейчас... Трэш зачистим, до гнева дойдем. Я спекнусь в ванхоле. Я хочу затестить щит. Купола. Без тестов, нахуй. Да, 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 просто пройдем. Он может да. Один просто запулить и остаться там. Да не, кстати, прикольная тема. Да попробуй. А что у тебя получается по пружинкам? Зеленка, антимагический щит, незыбка. Купол, незыбка, зеленка, тринька. Ну то же самое, только плюс купол еще. Вместо крови. Да, да. Да, просто когда я тринку прожимаю, типа, в меня въебывает 40 тысяч все равно. Это вот дохуя, да, мне кажется. Что-то вот не замечал в этих рейдах, что ПДК купола отдавали. Ни разу не видел. Потому что они только в анхоле. И то там этот не берут талант обычно. А, его не берут. Блять, но офи постоянно купола в рейде ебашит. Блять, так ты оф сравниваешь какой-то же, ты оф сравниваешь не личкинг, а оф, который, блядь, легион. Там вот вся скорее всего, купола еще что-то дают, кроме защиты, я думаю. То, что ты сравниваешь на офе там другие ветки талантов. Там ты купол можешь спокойно брать. Здесь тебе, чтобы купол взять на декате, нужно ветку анхоли идти. Прям до талого. Да нет, не просто берут, не берут ни таланты, ни... В ПВП берут часто. Не, ну в ПВП это понятно. Нет, ну, типа в ПВП это выйдет, одна из основных обилок, типа дефа. Опять когда будет, будут танки анхоли, и они вот юзают. Я мог бы прямо сейчас пойти, в принципе. Куда? Делать билд. А Кона бы потанчил. Ну ты заебал. Тебя еще ждать же надо. Ну да. А так время... Мы еще за все это время Войда еще не присуммонили. А, точно, я забыл. Так он попросил. Нажимай. Он попросил, когда мы только... Нажимай камень. Не могу, мы поем. Сразу. В смысле, камень-то может, блядь, нажать подаван. Портуйся прям на ходу подаван. Не, мне сбивает каст. То, что дамаг. PMN. Бабл нажми. Вон, дайте ему боб, пусть кастует камень. А кто танчить-то будет? Коне? Коне в ДД. Они кастуют. Я затанчу на ханте. Окей. Ёбак. Отдай мне эту хуйню. Все, улетай. На крыльях ветра. Я уже сыбался. Шкаф. Подожди, я вперед Женю пытаюсь полутать. Ну давай. Нажимайте быстрее, пока бой не начался. Ну нахуй усадили. Да ладно, чё? Уебем шо быстренько. Все равно бока меняет. Ты подаван глюнул? Нет. Да, он пошел в другую квартиру менять спек.
к соседям. Извините, у вас анхоли спека не найдется. Да, там в шкафу на верхней полке, посмотри. Да, там на антресолях лежит, глянь. А у вас тут нету, знаете. А, ну да, у нас только остался просто. А, ну тогда в толчке посмотри. Там за солью зайдешь, вот они охуеют. От обычной просьбы. А еще стул можно с четырьмя пиками? Я ж в анхоле танчить буду. Бля, я вам потанчить не смогу сегодня, у меня, бля, спек украли, пиздец. Ой-ой-ой-ой-ой. Как же так? А это где мы, это где? Кто? Это мы дома уже. Я что-то запутался. Ну погнали, пока на коне. Или что, то там уже все? Питалон ты сбрасывай, пиздуй сюда, здесь пока будешь бежать, раскидаешь. Так и мобилиту надо взять, не? Бля, у меня игра гражданилась, когда я сумониться начал. А эти тебе не надо, что ли? А, такие же, они все такие же. Все же танковские. Да, они же такие же. Ну что, просто есть талант. Какие-то на антимагические щит-символы? Нет. В горку так и нельзя прыгать, нахуй. Блядь. Что, сломался, ебать? Хотел всего лишь в анхоле потанковать. Бать, Коба пизделей получил. Коба прям танчит, как магиот. Коба танк. На нахуй. Сейчас сорву, Коба, держи, блядь. Кобан! И вот этого давайте ёбнем, чё? Всё-таки как-никак дополнительный лут. Женя, ты шмотки не сменил, я что ли? Я собью. А, это трансмок, надо. Нихуя себе, бразилец сорвал, бля. Видели? А я каз сбил, видел? Ну так правильно, там бразилец 6к ударил. С руки просто. А, так это ж у нас сейчас получается, брас сможет через частицу похилить падавана. Все, меня можно присуммонить. Ты сумонили. А я не могу применить таланты, типа, вне зоны отдыха. Ну, так вот другие кристаллы выбери. Можешь другие кристаллы выбрать. Заказывай авиасейлс и давай. Какие другие кристаллы? Ну, вот у тебя на выбор кристаллы предлагаются. Когда ты третью ветку выбираешь, сверху... И они тебя уже кончились. Хепай, а взять их в ежедневном дейлике, в еженедельном дейлике? Вот мне больше делать нехуй. А модда можно взять. Да. Тут он ДД, да, хаваем? Еженедельный делик называется Викли. Ну, да что хотите хавать? Можете вообще ничего не хавать. Здесь хуйня была. Поставь рыбу. Стоит уже. Рыба ее сорвала. Так, кнопки сейчас вытащу. А то руны это нужны. Это уже лишнее. У меня крест кончается, можно перебафить? Пометки расставлю. Кнопки вытаскивать лишнее? Нет, крест, пожалуйста. Да. Я тебе череп поставил. Бля, где он, нахуй? Вот здесь. Здесь появляется где-то... А, нет, наебал. Он знает, наверное. Вот здесь появляется твой портал на черепе. Начинаем вот отсюда. Сейчас я расставлю метки. Можете пока чайку налить. Угу. Коба, дай крест. Благодарю. Ебать, панда когда назад идет, это лунная походка же, смотрите. Нет, это походка ниндзя. Так, Коба, крест. Катя, у тебя ромб. Опять? Ну, тебе нужно подвижно хилить, тебе лучше это получается. Кона Луна. Конрад. Брас. Монки трусы. Я трусы, блять. Да, так вот нахуй. Локал печенька. Монки притворится мертвым.
Понятно, что он может притвориться. Все, Войд, ты стоишь вот здесь, вот метки на тебя нет. Ты вот здесь стоишь, следующая, которая после звездочки. Хорошо? А я стою вот здесь еще дальше тебя. Это же должна на вас всех дотягиваться. Ну все, все знают, да? Ничего напоминать не надо. Буду еще подходить. Я отходил, подожди, где я стою? У тебя же метка на тебе. Да, я вижу, да. После того, как лучи кинутся и челики побегут с лужами, подбегать можно ближе к боссу дамажить? Не, лучше просто разноси. Да. Пересечёшься, ничего. Не, если на меня не кинется, можно будет подбегать. Ну ты к стене вот так, ты к стене вот так отходишь, да, и да. Пошел вперед к боссу. Да. Эти люди вперед вот так продвигаются вот сюда, а ты наоборот назад и пошел по вот этой линии. Чтобы ты просто лучи не лутал и лужи не лутал, поэтому к стене отходишь и побежал. Что там, волк мертвый, ебать. Да-да, сейчас я резаю и ману вас. Бля, быстрее пуляй, пока он не резнул. Подожди, тихо. Подаван реально побежал. Так, ману хаваю. Ты же еще бегать будешь в анхоле. А, ты все равно фрожу включаешь, точно. А еда что будет, нет? Еда стоит. Затыкали, да, уже? Так стояло же все. Затыкали, затыкал кто-то, блядь. Потому что она не может так быстро пропасть. Готов. Готовинка. Че, портал я беру синий? Да, бери синий портал. Дамажь ты только возвратку. 2-1. К стене крути, к стене. Меня заденет. Сейчас порталы будут, готовьтесь. Порталы. Наш отдохнет, блядь. О, блядь. Катя, Боб. Угу. Ща, подхилю. Женя и... Гера, нет? Да, давай. Забыл про... Всё. Жень, только ты гуляешь. Ебать, вы, конечно, молодцы, пиздец. Да, забей на меня, если сам прохилю. На самом деле, Геру лучше отдавать не так, а на портал. Да, я понял. На темной фазе. А кто побежит зеленую хуйню? Ну, блять. Катя, побежишь на зеленую? Кать, бегаешь? О, охуенно сейвит. Там тебя прохиливать надо. Себя. Я же забыл про нее. Бля, пока бухой, так сложно клеточки выбирать. Главное не забыть тогда. Ой. Кого, блять? А чё за ваншот? Умираем, заходим. Так 4 же плевка выдерживать надо. Ты... Не знаю. 4 плевка. Ты на первую, что ли, прожался? Нет, я первую просто стоял. Мне с ракет въебало в ебасосин. Ну, я не знаю почему-то. Значит, 2 нажимаем. Давай назад своего Влада и... Да, все нормально, у меня все те же дефолки, только типа добавилась еще одна, и она нормально сейвит. Меня въебало 14 тысяч, когда я прожал купол и триньку. Локал, не вставай. Так ты в тот раз триньку отдельно от купола, ой, отдельно от других прожимал. Да, и мне въебало в 40 тысяч в лицо. Ну, нормально, ну прохиливается это. Ну все же, блин, напрягаю хилов там, тем более Катя бегал. Так какая мне насрать на хилов, кто там напрягается, они должны тебя выхилить, главное, чтобы ты жил. Что за логика такая напрягает? Их работа тебя хилит. Ну тут книга, бля, лежит. Да, они не они работают. Оставляй триньку отдельно. Попробуем. Не, ну купол сейвит, кстати, очень сильно. На самом деле. Ты что, в анхолике он... хочешь сказать? Да, в анхолике сейчас. Я об этом сказал еще минут 25 назад. Ты понимаешь, нажмите, что тебе на... воля мертвых нужна? Нажмите. На этом боссе. Там шутки... Плюхи шотающие прилетают. Зачем тебе? Так, вот именно то, что они шотают меня, а оно меня не сейвит никак. Кто ты не понимаешь, сейвит? То, что воля не сейвит? Я проще, вот у меня купол, он засейвил меня больше, чем твоя воля. Короче, прочитай еще раз это полностью волю мертвых талант. Началось. Ой, Войт, я не буду с тобой спорить, я сейчас оттанчу, это все нормально. Зачем спорить, если воля мертвых, она лучше. Она, вот ты понимаешь, тебе в ебасосину прилетает 70 тысяч. Она долго, это, ребят.
как ты будет засейвит тебя? Как она тебя засейвит? Оно тебе если никак она не прилетит 70, будет на 15% меньше прилетать. Посчитай, сколько. Так тебе все равно шоты. Вот меня шотнуло. И в прошлый раз меня тоже шотнуло. Ага. Ты понимаешь, что по-любому тебе дефобилки прожимать? Значит, что? Значит, блядь, проще еще одну дефобилку приобрести, чем, блядь, сосать хуй со своим талантом, по сути говоря. Так, господа, тихо, секунду внимания. Боже мой, да всем насрать на ваш диалог. Так что либо в личку, либо молчите. Все, пробафали, да поехали. У тебя 3 дня что-то поглощение тебе дает на 15 тысяч? Да, 17400 абсорба. И на фулах палатин держи. Да, герой, не давайте сразу. Да, 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 на луч отдадим после возвратки. Все, все готово. Только именно нужно герой отдавать, короче, когда почти кончается. Давай выпей что-нибудь. Да, 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 выпил. Я скажу, когда герой. Катя, хожу. Катя, что-то ждет. Не хватает. Друлевского не хватает, баф. Да, лапки нету. Все, они закончили спорить. Так мы все тебя ждем. Уже давно ждем тебя. Все, давайте, еще по пол даем. 5, 4, 3, 2, 1. Бать, Пэт там полетел нахуй. Готовимся, сейчас полетят порталы. Бежали кто с метками. О, а сейчас меня сняли? Ну, можно не хилить, я сам себя прохилил. Можешь танка держать на фулах. Я на тихотке кинула и пошла. Хорошо. Что за херня? Че, бэрить? Да, Катя, Коби скинь, Сова скинь, Кона. Сразу ребаф. Катя, Женька, ты можешь прям сейчас Дживса поставить? Да. Возле стены давайте переход. Да? Давай. Стой. Блядь. Нет, не хотит. Все, я починился. Все, да, побежали в метке. Катя, не забудь, куда тебе бежать. Угу. Ну, дамажим. Ну, только я дамажу. Да иду. Только быстрее, сейчас порталы появятся. Катя, долго. Успею ли? А я не успел. А, ну не мой кошелек. Ну как так-то? Ну что за хуйня? Бывает то, что не успеваешь, я уже в ней стоял, типа... Ну член меня... холи. Так я еще больше урона буду получать. Я не знаю, как оно бывает. Эти ваши нахуй эксперименты, блядь, до добра не дают. Да какие эксперименты, вот. Чел, здесь вот сейчас происходит? Пат, не гори, пожалуйста. Меня просто бомбит то, что я просто спекнулся, я бы так же в ГДК умер. Да никто тебе... не бы успокоился. Чего ты опять орешь? Сказал. Да просто вот... ты я сам вставай так, чтобы если тебя откидывало, ты съел по дороге сферу. По сути, тебе нужно не просто наступить. Если ты будешь лететь в момент через сферу, то ты ее и съешь. Вставай чуть-чуть просто ближе. Чуть-чуть не повезло. В прошлый раз так же было, что он просто чуть-чуть не успел добежать. Хотя тыкни. Бегу. Локо, сколько еще КД? Ну, по сути... я сейчас не чисто простоял. Ну, типа, вообще нормально. Ну, отлично. Купол также сейвит еще и группу. Да там, кроме тебя, урон особо никто не получает. Ну, на Аране Локу может поставь пригодиться это, когда на хилов просто поставить. Да. На Аране там в основном только костами он стреляет. Тут суммонерская станция, бля. Нет, у меня СС-ка висела, на меня на том трое диван кинули. Ты поставь сейчас Джесса, чтобы починили. А вон он стоит. Он во время боя поставился, у меня он просто багнулся.
У меня он типа не поставился, а он стоял. Я понял. Ты переставил, да, череп чуть-чуть? Нет. Нет, череп он на джипсы. Да, подаван? На джипсы кинул.